Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре для любителей заработка без вложений букс на просмотре сайтов MMVSET, который платит от 100 токенов на VSET Pay. Регистрация наипростейшая. Значит, логин, имейл, пароль, повтор пароля капча. Кликаем зарегистрироваться. Входим по логину и паролю. Также у нас капча. Обратите внимание на капчу. Здесь капча на внимательность. Видим, да? Вот такие картиночки. И вот одна перевернутая, такая же самая, только нужно смотреть внимательно. Перевертыш ищем такую же самую. Кликаем «Войти». Попали в кабинет. У меня 128 токенов. Этого достаточно уже, чтобы проверить его на вывод. Также, если мы опустимся здесь в чат, что ли, да, вот кто-то вывод опубликовал. Далее, что давайте пройдемся по вкладочку. Или давайте сразу проверим на вывод. Вот здесь сеттинг, реферал, вывод и еще что-то там. Да, так как у меня есть минимальная сумма, а минимальная сумма на вывод 100 вот этих токенов, да, прописываем email адрес от VSET Pay. И обратите внимание, вот здесь галочка стоит. И выбираем любую криптомонету на вывод, какую вы хотите. Видим, ее здесь предостаточно. Трон, Ethereum, BNB, Solana, Bitcoin, Litecoin. Давайте я Трон поставлю. И email адрес от VSET Pay. Кликаем Submit. Все. Видим, зелененьким загорелось. Все. Монеты прибыли. Идем на VSET Pay. Обновляю при вас страничку, все делаю в режиме онлайн. Опускаемся ниже. MMVSET. Вот. Мои 3x 28 октября. Далее теперь давайте пройдемся по вкладочкам по заработку. Теперь я вот сюда кликну. Смотрите еще раз на вывод. Ой, надо страничку обновить. Так как я вывел и баланс, все, вот 100 токенов, видите, я уже, у меня не кликабельно. Так, далее VIFADS, и видим здесь предостаточно рекламок, минималку здесь набрать буквально очень-очень и быстро. Так, ну давайте какую-нибудь посмотрим. Кликаем, все по стандарту. Нас перебрасывают на страничку здесь Go. И идет таймер. Возвращаемся, может, не обязательно, как бы. Опять кликаем, разгадываем капчу. Как я уже сказала, ищем перевертыш. Что тут на внимательность? Вот он, видите? Я кликаю. Да. Submit. Все, зачет. Таким вот образом мы просматриваем всю рекламку. Так, далее что у нас здесь? Ну, здесь экран, короткие ссылки. Я терпеть не могу. Оффервал тоже я не смотрю. Здесь больше нет ничего. Но на экране здесь реклама. 50 токенов. Два раза посмотрели, как бы прошли на кране, как бы, да, и все. И минималка уже в кармане, считай. Разгадываем антибот. Так, наш любимый, боже мой, сейчас, ребятки, я же слепая. 3x. Так. Так.
так и вот так. И теперь опять капча. Опять на внимательность. Вот она сразу, видим, да? Кликаем Submit. Все, зачет. Вот так. От 50 до 100 токенов. И через час можно зайти обратно. И как бы уже минималка готова на вывод. Так. Это я вам показала. Здесь больше нет ничего такого. Аккаунт, что тут? Тут тоже нет ничего. Возвращаюсь на домашнюю страничку. И как видим, у меня 103 токена. И у меня уже опять минималка как бы на вывод есть. Прописываю email адрес. Так, я выводила в тронах. Давайте выведем в догекоинах. Это чисто для вывода. И кликаю Submit. Все. Возвращаюсь. Перезагружаем страничку. Пожалуйста. MMFaucet. Мои доги коины. 28 октября. Все шикарно платит. Далее вкладочку кликаем реферал. Находится реферальная ссылочка для приглашения партнеров. Ну и все. Кому интересно, работайте, собирайте, зарабатывайте. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, всем пока.